10 марта к нам во двор, еще не было здесь ни ДНР, ничего, к нам во двор прилетел снаряд украинской армии. Во дворе люди готовили себе кушать. Погибла девочка 11-летняя, Лерочка. Погибли трое ребят с нашего подъезда и четвертый из соседнего подъезда. Просто возле костра легли. Плюс четверо раненых. Вот такое. А позавчера украинские военные зашли к нам в дом. Людей закрыли в подвале. Ночь в подвале продержали. А утром нас всех вчера выгнали. Они забили замок, что нельзя было открыть подвал. А утром как-то они там открывали все это. Людей выгоняли. Сказали, уходите, мы занимаем здесь оборону. И нас просто выгнали из наших домов. У родителей квартира сгорела. Мама сгорела в квартире. Папа, слава богу, спасся. Я только вчера узнала, что мама у меня сгорела живьем. А потому что они не люди. Когда они были людьми? Все 8 лет. Это что, люди? Это фашисты. Просто фашисты. И надо гнать их отсюда, с нашей земли. Им тут нечего делать. Украина, Украина. Я всегда гордилась, что я живу в Украине. До 14-го года. С 14-го года я в Россию хочу. Зеленскому проклинать не хочу. Это грех большой, проклинать. Пожелать ему здоровья. Вот такого здоровья, от которого бы он загнулся. Шут гороховый. Больше ничего не хочу сказать.